Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр. Мы сегодня играем в Сабнатику. Давайте выйдем, подышим свежим воздухом. Вот так вот, вот такая вот красотень здесь. Это мы уже видели, но это все же эпично. Да, мы все это знаем, причина неизвестна. Тут катастрофа была, короче, все упало, все рухнуло, взорвалось, к хренам собачьим и так далее. Друзья, с вами Кент. Мы играем. Что ж, сегодня у нас очень серьезная тема. Разработчики добавили анимацию и, в общем, как бы, я не знаю, работающая анимация или нет, но все же анимацию вылечения или вылечивания от болезни Карар. Это мы сегодня обязательно посмотрим. Почему у меня очки видны, я не понял. Так, а ну-ка сейчас... Да я знаю, все это мы знаем. Что ты тут это паришься? Оксиджен. Это мы тоже знаем. Да, все эти вот тексты это нужны, потому что люди, которые играют впервые в эту игру, они должны знать, что да как, и эта вот девушка ей, им все объясняет. Так, давайте быстренько скрафтим. Так, какого хрена закрыто? Ну-ка, секундочку, быстренько, друзья, скрафтим быстро все нужные ресурсы. Потому что мы сейчас играем в креативе. Вот это у нас экспериментальная версия, плюс к этому креатив. И хочу кое-что еще вам показать. Разрабы поменяли кое-что. Сейчас, секундочку. Где это у нас есть? Вот это вот, инкубационный фермент. Вот эта вот хрень у нас выглядела по-другому, когда мы ее крафтим. А сейчас она выглядит вот так. Да, вот такая вот колбочка очень быстренько появляется и очень быстренько удаляется. То есть сразу кидается вот сюда, инкубационные ферменты. Это вот нам понадобится обязательно для, для того, чтобы посмотреть анимацию. Так, что нам нужно? Строитель, мне пусть будет, это вот нам не нужно. Выкидываем все это вот в ящик, нам все это вот не нужно, это вот не нужно. Стазис винтовка, кстати, нам сегодня понадобится, обязательно прям понадобится. Я хочу кое-что сегодня увидеть. И что ж, направляемся. Вы, наверное, знаете куда. Нам нужно было только вот это вот сделать. Инкубационные ферменты. И больше ничего. Какой new message? Мы идем к этому. Go to aquarium. Aquarium. Вот так вот. Что-то не сработало, да? А ну-ка сейчас. Go to aquarium. Вот так вот. О, сработало. Пошла сразу же музяка, друзья. Во-первых, скажу сразу, я удалил игру из с диска SSD и поставил на обычный диск HDD. А где? Я уже в воде. Где у нас рисуночки? Вот, появляется. Все у нас потихонечку появляется. Что ж, добрый день. Добрый. Чё так светло, блин? Очень светло. Почему так светло? Ты пришел играть. Конечно, мы сейчас играем. Другие приходили, но играли одни, они утомили меня, бла-бла-бла. Мы сейчас вылезти отсюда не можем еще, нет. Давайте. Блин, ну это я уже видел 100 раз, блин, дайте мне уйти отсюда. Да, я все знаю. Все. Сейчас можно удрать. Ребятки, сегодня будет самое короткое видео в моей истории, наверное. Я попробую сделать самое короткое видео, потому что мы это все видели, мы это все знаем, но я хочу обязательно посмотреть, как эта хрень выглядит. В ВК, ВКонтакте я это видел, то есть вчера получается. Ну, для вас это будет позавчера. Но я это видел вчера в 7 часов вечером, что разрабы вот такую вот ерунду добавили. И это нам надо посмотреть обязательно. Блин, а что так светло здесь? Ребят, в аквариуме стало светлее. И все видно. Секундочку, а что у нас с настройками? У нас настройки, изображение, графика, бла-бла-бла. Высокое качество воды, рекомендуемое. Все отлично, как и было до сих пор. Да, что ж, у нас инкубационные ферменты есть. А, нам это не нужно, сейчас, секундочку. Нам нужен ионный кристалл. Где у нас ионный кристалл? Ну-ка, сейчас мы возьмем ионный кристаллик один. Потому что без него здесь никак. Так, что за план у нас на сегодня? На сегодня у нас, во-первых, посмотреть на это... Что такое было? На эту анимацию, это во-первых. И во-вторых, обязательно нам нужно проверить, закрывается ли пушка. То есть выключается ли эта вот долбанная пушка, блин, которая всех убивает, кто хочет или пытается сюда приземлиться, или пытается отсюда улететь.
Все мы знаем, что уже разработчики работают над какой-то ракетой, то есть ракета, которая, по сути, должна будет нас вывести с этой планеты и спасти нас к хренам, блин, отсюда, блин, увести нафиг, потому что все уже устали, блин, здесь только мы стоим, блин, туда-сюда крутимся, блин, крутимся, вертимся и пытаемся выжить. И наш вот этот вот персонаж хочет выжить. Для этого разработчики... Чё ты тут потерял, блин? Здесь вода, блин, ёлки-палки. А для этого разработчики, конечно же, работают над... А какой-то, кстати, а эта вот хрень у нас поменялась? Это вот, блин, светится, это вот у нас КПК светится. Хм, круто, мне кажется, что не было этого. Блин, разрабы все работают, работают, всякую хрень такую делают, что реально радует глаз. Да-да-да, мы это знаем. Ребят, все мы знаем, мы это читали, все это мы делали. У нас инкубационные ферменты есть, так что мы можем уже открывать, вот они, мы можем уже открывать. Ну давайте, давайте, давайте. Маленький, маленький император. Давай, дуй. Вот так вот. Друзья, если вы хотите вот все это вот посмотреть и увидеть как говорится... Ой, с нужной атмосферой, то это у нас на канале есть. Мы это все видели уже не раз, все это вот дело проделывалось. Так что сейчас я это смотреть и удивляться всему этому не буду. Что ж, инкубатор. Все, инкубатор включили. Эти вот засранцы у нас сейчас появятся. Вот такие вот красавцы появляются. Какие-то звуки другие, мне кажется. Или я уже давно не играл в эту сабнатику, или реально... Или реально звуки другие. Вот эти вот детеныши и сейчас пойдут ласкаться или ласкать свою мать, или мать будет ласкать, и ну или просто не мать, или я не знаю, мать или папа, я хрен его знаю, потому что говорит вроде женским голосом, значит может быть и мать. Ласкает их, и после этого они пойдут к этому телепорту, типа уходить отсюда, то есть они будут уходить вот туда вот, телепортироваться. И по дороге они будут выпускать ферменты. Специальные ферменты, которые, по идее, должны моего персонажа вылечить. Что ж, посмотрим, вылечат ли эти вот ферменты. Так, один уже стоит на старте. Он как будто ракета, блин. Стоит на старте, и следующий за ним сейчас пойдет, наверное, да? А где ферменты? Где? Ферменты. Должны быть желтенькие ферменты. Их свобода, это мой конец. Да это мы знаем, это мы знаем. И, к сожалению, император будет сейчас умирать. По идее, умирать. Чё это за фигня? Touch энзим. Чё за энзим? А где ферменты? Блин, ну вот смотрите, какой баг. Вот смотрите, вот разработчики чуток не подумали об этом и над этим. И по-любому... На топнанной дорожке, блин, вот эти вот детеныши уходят в телепорт, который неактивный. Это очень плохо. Но ферменты, они все-таки, полагаю, что это они есть. Блин, ну давайте посмотрим, раз это и есть ферменты, блин. А что они такие тусклые? Очень странно. Они должны были быть желтенькими, такими прям светящимися шариками. Так, ну, давайте посмотрим на анимацию. Раз анимация. Touch энзим. Я не знаю, что такое энзим, но, наверное, это фермент. Попробуем. Смотрим. Хм, круто. Круто, реально круто, прикольно. Блин, засунули руку туда, получается, эта вот хрень просто от нас не уходит, да? Ага, и впиталась в руки. Блин, ну сейчас... Ферменты детеныша. Да, это и есть ферменты детеныша Левиафана. Да, они их изменили. Я не знаю, это конечный результат или все-таки разработчики будут их менять дальше. То есть что-то там добавят, убавят, свет, цвет, форму, размер. Сейчас я с ними взаимодействовать не могу. К сожалению, нажимаю, кликаю, и это все дело не работает. Вообще не работает. И взять в инвентарь нельзя, это вот нельзя. Ничего такого нельзя. Что ж. Получается, я сейчас как бы должен быть уже вылечен. Давайте посмотрим, у нас есть сканер. Сканер я ставлю вот сюда вот и попробуем себя просканировать. Буду ли я болен? Момент истины. В норме. Жизненные показатели в норме. Признаков бактериальной инфекции не осталось.
Круто. Вообще круто. Короче, нам сейчас дорога прямо... Извини, император. Но, блин. Но мне... Мне вот туда вот... Кстати, тут есть еще один ионный топливный кристалл. Потому что мне нужно это вот включить. Блин, нету. А, был где-то в дырочке, где-то был, сейчас найдем. Я же говорил, есть еще один вот такой вот ионный кристаллик. Что ж, вылезаем отсюда. Все, нам тут искать... Ой, где выход? Где выход? Дайте мне выйти. Я хочу уйти отсюда, и мне нужен вообще телепорт, блин. Вот, выход, нашли выход, отлично, с освещением что-то я не пойму, что не так, но там было очень темно, здесь у нас очень светло, погнали. Блин, ну, ребятки, не получается у меня короткие видосики, вообще не получается. Мне просто нравится, очень нравится эта вот Сабнатика, блин, очень прям балдею от нее. Когда, каждый раз, когда захожу в эту игру, я реально от нее балдею. О, здрасте. Мы знаем. Вот мне интересно, меня впустят туда, пока она говорить будет? Да, впускают, отлично, погнали. Погружаемся полностью, всем телом, рукой, пальцами и волосами. Волосами, блин. Да это мы знаем. И вот, кстати, вот мы сделали инкубационные ферменты, друзья. Мы сделали инкубационные ферменты только потому, что у нас этот режим не экспериментал, а креативный режим. Только поэтому мы смогли сделать инкубационные ферменты. Но они делаются, и можем мы их сделать только когда мы откроем этот долбанный телепорт. Только когда мы его открываем, нам император и говорит секрет. Что за звуки? И говорит секрет, император, чтобы вы поняли, где мы сейчас. Короче, нам тогда, только когда мы его активируем, только тогда император нам и дает секрет создавания этого, ой, этого, ой-ой, тих-тих-тих, этого фермента, короче, инкубационного фермента. Вот так вот. Вот это вот и есть пушка, да, это вот и есть пушка ПВО предтеча или предтеч. Мы сейчас должны сюда проникнуть и попробовать ее отключить. Мы это тоже видели. Это у нас есть на канале, друзья. Кому интересно, листайте плейлист по Сабнатике. Там все очень интересное. У нас примерно получается два выживания. То есть два сезона. Два или три сезона. Мне кажется, уже три сезона. И поэтому там есть интересные вещи. И довольно такое зрелищное. То есть зрелищные видосики есть. Что ж, это мы проходить не будем. Все это вот будет делаться на паузе. Тут лежит, кстати, вот такой вот артефакт. Берем его. Пурпурный артефакт. Взяли его. И вот, кстати, тот злополучный датчик. Или не датчик, а тест. Я не знаю. Такая вот рука, которая имеет один шприц. Или как его назвать, блин? Шприц или не шприц? Отключить комплекс. Вот это вот хрень. О, нашли баг. Вот так вот. Вот так вот нашли. Ха. Да, нашли баг. Вот эта вот хрень и будет тестить меня на то, годен ли я, хорош ли я, здоров ли я, чтобы покинуть эту планету. Тестим. По идее, я должен быть вылечен от болезни Карар. По идее. Перевод заполнен. Предупреждение. Инфицированные лица не смогут отключить охранную систему. Эта планета находится под карантином. Твою ж налево, блин. Ну какого хрена? Какое я тебе инфицированное лицо, блин? Лицо, то есть. Какого хрена? Все. Все-таки, друзья, это у нас пока что игрушка в разработку, в разработке. И это одно. А второе, это то, что... Да я знаю. Сейчас, секунду. Мы сейчас просто находимся в эксперименталке. Поэтому, находясь в эксперименталке, разработчики всегда и очень часто, каждый день по несколько раз что-то делают, обновляют и крутят, вертят что-то интересное для нас и что-то интересное для них. Потому что они все сразу... Что такое? Открыто записи, я понял. Они сразу же это вот что, короче, добавляют в игру. В экспериментальную версию игры. Это еще не все видят. Это видят только те люди, у которых включена экспериментальная версия игры. Дальше, идем дальше. Кстати, давайте ради интереса. Вот мы уже вылезли оттуда, да? Давайте ради интереса сейчас просканирую себя и посмотрим.
Тот аппарат говорит, что я инфицирован. Смотрим. Эх, бактериальная инфекция в вашем организме прогрессировала, обнаружена бла-бла-бла и так далее. Блин, ну, я еще болен, то есть это еще не доработано. Не будем, как говорится, напрягаться, не будем реально напрягаться, потому что это реально тупо не доработано. Разрабы стараются, они пытаются сделать все в срок. Как мы знаем, в этом году уже будет релиз игры, так что я жду с нетерпением. И, кстати, сегодня же появилось сообщение в ВК, я, кстати, оставлю даже ссылочку в описании, где я увидел и где вы можете тоже увидеть новости разные интересные, где добавили информацию о том, что этому Левиафану, обычному Левиафану, добавили 2К разрешение. Я еще на предыдущем видео, или на предыдущее видео, я пытался увидеть это вот 2К разрешение, но это, походу, просто было уже у разработчиков, но еще не в игре. Ну а сейчас у нас есть шанс, взять и заспаунить этого Левиафана. Давайте сделаем и посмотрим, как это у нас будет. Есть ли разница в этом видео, будет ли разница и в это видео, и в предыдущем. Предыдущее, так, Reaper. Сейчас у нас сделаем вот так. Вот так вот. Левиафан. Или танк, как его там. Вот так вот. Хопля. Вот сейчас есть. Вот сейчас стоять. Не двигаться. Стоять, не дергаться. Иди сюда. Вот так вот. Стоп. А че не попадаю, не понял. В упреждение. Так, Левиафанчик. Засранец, говнюк, иди сюда. О, посмотрим вот таким вот образом. Тихо. Посмотрим вот таким вот способом. Вот таким вот, давайте я шарик этот вот туда вот подвину. И смотрим, есть ли 2К разрешение. Блин, ну, выглядит он круто. Пока что его держим. Держим. О, у него зрачки есть, что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда-куда-куда-куда? Маленький засранец. Иди сюда, блин. У нас еще не законченные дела. О, вот так вот без шарика. Отлично, отлично. Смотрим без этого шарика. Да, какие-то черные точечки. Вот эти вот. У него как будто реально есть зрачки. Не, ну, ребят, согласитесь. Мне кажется, он все-таки вот даже сравнить с тем, что мы видели в прошлое видео, и сравнить с тем, что мы видим сейчас, могу смело сказать, что все-таки тогда 2К разрешения не было, а сейчас оно есть. Что ж, напомню, тем, кому нравится Subnautica, и тем, кто хочет увидеть в дальнейшем серии обновления по той серии по обновлению Subnautica, ставьте пальчики вверх, ставьте лайки, ребятки, и будут вам серии, потому что мне самому игра нравится, вижу, что вам тоже нравится, и надеюсь, это будет продолжаться не один день. Ну, а с вами был Кентавр, блин, я уже заикаюсь. С вами был Кентавр, это была игра Subnautica, всем удачи и всем пока. А я пойду за этим засранцем, полюбуюсь еще на его рожицу. Где он? Нет его. Кстати, я еще видосик не закончил. Смотрите, что со стазис-винтовкой можно сделать. Вот так вот можно. Вот так вот. Этого засранца, блин, можно. Где он? Ушел, блин. Убежал. Негодяй вонючий. Негодяй, блин. Бах-бах-бах. Вот так вот можно стрелять, блин. Вот так вот так вот так вот так вот так вот так. Круто, блин. Очень круто. Держим, 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 держим. И сам стреляет. Хопля. Отлично. Вот он. Есть. Попался? Гаденыш. Попался, еще бы не попался с тебя. Все, вот сейчас на этом и закончим.